В летнем лагере ребята всю ночь играли в бутылочку без девочек. И правильно, девочки могли и воспиталки настучать, а пацаны люди надежные. Раз, два, Фредди заберет тебя. Три, четыре. Закончили упражнение. Команда КВН «Инжикон», Санкт-Петербург. Чтобы скрыть свое пьянство, возвращаясь с рыбалки, муж купил огромного сома. Вот эта свиная туша его и выдала. Пятилетняя девочка, играя в классики, камешком попала в Бентли и поняла, что детство прошло и надо идти работать. Миллениум, Ульяновск. В ульяновских офисах, чтобы пить свежее молоко, на кулер сажают корову. Физрук, который не умеет врать, каждый урок начинает с фразы: «Здравствуйте, девочки, я хочу вас». Ну и, собственно, переходим к сборной блондинок Украины. Народная примета. Если вы начинаете выгрызать печенюшки по контуру, а из блинов делать снежинки, значит, вы наелись. Владельцы «Лады Калина» не пользуются ремнями безопасности. Они уже сделали свой выбор при покупке машины. Минское море, Беларусь. В Африке фраза «Какая муха тебя укусила» всегда произносится серьезным голосом. Пассажир поезда «Минск-Москва» понял, что что-то не так, когда по вагону с напряженным лицом прошел Стивен Сигал. Нужно решить, какая из команд покинет биатлон с результатом 0,2 балла. Сергей, прошу вас. Команда из Петербурга уходит на этом круге. Инжикон покидает биатлон. Ну а мы продолжаем. Итак, второй круг. Прошу, начинает Sega Mega Drive 16 бит. 80-летняя Клавдия Васильевна прыгнула с парашютом. Как говорится, годы летят. Это интересно. В школе Зверев на уроках труда варил суп. Команда КВН «Миллениум», Ульяновск. Бабушка, просившая в переходе на хлебушек, через год построила хлебозавод. После урока химии дети вышли лысыми, но с пятерками. Сборная блондинок Украины. Мало того, что у Бритни Спирс проблемы с полицией, она еще и сербает, когда чай пьет. Учительница этики попала себе молотком по пальцу и на полминуты стала учителем труда. Минское море. Метеорит, упавший в центр Сызрани, даже как-то украсил архитектуру города. Убегая от медведя, Оля и Антон ругали себя за то, что купили именно малиновые презервативы. Ну вот на этой мажорной ноте мы закончили второй круг. Итак, с результатом 0,4 балла нас покидает команда КВН. Ой, к сожалению, сказались
мои застарелые привычки КВНщика 70-х годов. На этот раз шутки Сеги как-то пошли настолько вразрез с этими привычками, что... что я прошу эту команду простить меня за столь суровое решение. Мы уходим, да? Итак, продолжаем биатлон. Прошу, команда КВН «Миллениум», Ульяновск. Международная новость. Голландский мультипликатор подрался со своим персонажем. Сборная блондинок Украины, Харьков. Блондинки, когда водят машину, любят садиться у окошка, чтоб не скучно было. Минское море. Сменив простые очки на солнечные, Анатолий Вассерман возглавил революционное движение на Кубе. Ноль целых шесть десятых получает команда КВН. Команда из Харькова, блондинки. «Миллениум» продолжает биатлон. В Ульяновском зоопарке животное можно встретить уже на кассе. И прошу, «Минское море». Глухой маньяк после суда задолбал всех вопросом: ну что там? Итак, побеждает в биатлоне команда КВН. Поздравляем команду «Минское море» с заслуженной победой. Один балл получает «Минское море» и 0,8 команды КВН «Миллениум».